Итак, всем привет, с вами я, мистер Мелсик, и сегодня я вам покажу, как скачивать картинки. Итак, поехали. Также подписывайтесь на мою группу во ВКонтакте, там будут всякие новости, голосования и другая всячина. Ссылка на группу будет в описании. Ну все, начинаем. Для начала вам нужно скачать библиотеку Requests. Для этого пишу вкладу pip install requests. Ждем, пока она установится. И импортируйте эту библиотеку. Import request. Потом мы будем вводить URL картинки. Поэтому пишем URL равно str input. И также будем записывать имя для нашей картинки. То есть мы будем вписывать URL, например, там какой-то файл .jpg, и будем вписывать название картинки. Дальше. Нам нужна переменная. Давайте назовем ее image, которая будет равна request.get. И тут пишем наш URL. Потом нам нужна переменная image, назовем ее option, равно open. Тут пишем, как будет наш файл называться, то есть это наше name и плюс .jpg, вот так. Запятая и wb. Потом мы записываем .write. Мы записываем наше значение, то есть это image, наша переменная image, .content. Вот эта вот строчка, она записывает нашу картинку. Потом image option .close. Готовила такую вот картиночку. Я копирую URL. Введите URL. Вводим. Введите имя картинки. Пускай будет name. Смотрим. И да, как вы видите, картинка сохранилась. Для более крутого исполнения можно сделать еще вот так. Все. Теперь давайте скопируем картинку. URL. Вставляем name. Name 1. Потом пускай давайте вот эту картинку. Name 2. Потом давайте вот эту картиночку. Name 3. Ну и, пожалуй, хватит. Смотрим. И да, все наши картинки сохранились. Таким вот легким образом можно очень легко сохранять картинки с помощью URL. Ну, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо. С вами был я, мистер Мелсик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.